написал какую-то херню про Джонни Трана, и ему дали бан 30-го ската. Ну и 30 дней, видимо, прошло. Уже месяца два назад. Ну, понимаешь, ну, раньше он был реально топовым человеком. Я не знаю, типа, Раньше, да, что с ним стало, я не понимаю, что с ним непонятно. случилось. А он... Раньше я с ним норм общался, блядь. Не, его сняли с ГЭС за то, что он типа там... Да, блядь, он мазика за 3 кака на админку взял. Фу, блядь.